Бывший полигон к лету зазеленеет. Технический этап рекультивации полигона Сьянова завершился. Новое тело экологического объекта сформировано и укреплено подпорной стеной. Сегодня здесь прошло выездное совещание с участием руководителя проекта, ведущего инженера подрядной организации и сотрудников администрации округа. Вот здесь сейчас выкладываем плиты, прямо с самого низа пойдем. У нас после майских приехать должна бурмашина. На эти проколы, которые у нас есть, ну здесь 2 недели все. Потому что у нас же все подсохнет, и я думаю, за 2 недели прополно все сделаем. Рекультивация полигона Сьянова выходит на финишную прямую, хотя погода препятствует быстрому проведению работ. На объекте начата укладка плит для дороги, которая будет проходить по полигону для проведения завершающего этапа рекультивации благоустройства. Все работы, связанные со сбором фильтрата, по газу, полностью все проведены. Сейчас в данный момент времени, я говорю, идет окончание работ по пересыпке тела полигона уже плодородным слоем поверх мембран и подготовка к засеву травы. Тело полигона на 95% укрыто защитным экраном толщиной в несколько метров. Этот водонепроницаемый материал способен сдержать все вредные испарения, а проколы на теле необходимы для выхода газа. Особенность этого полигона, тем, что тут использована технология армагунтровой стены, которая позволяет перемещение транспорта по ней, соответственно, и сбор газа, сбор и утилизация свалочного газа на данном полигоне будет производиться без процедуры сжигания, а путем смешивания и выброса в воздуху допустимо разрешенных ПДК остатков воздушной смеси. Проколов на теле полигона в мае предстоит сделать около 1200. По такой схеме была проведена и рекультивация полигона Слизнева. На месте бывшей свалки сегодня зеленеет холм. Пробы воды, воздуха и почвы стали своеобразным экзаменом для подрядчика. Далее будут проведены в июне месяце корректировки проекта, связанные с подключением электросетей. Окончание работ на теле полигона планируется где-то, скорее всего, июнь-июль месяц. Полное окончание работ – конец сентября. Окончание рекультивации полигона Сьянова несколько отодвинулось. Проект должен был завершиться в конце апреля. Поставщиков части оборудования все же пришлось срочно менять.